Привет, ребята! Сегодня мы с маленькой Верой и дядей Федором пришли в парк Take a Bomb и будем делать настоящие слаймы. Первым делом нужно надеть защитные фартуки. У нас есть несколько цветов. Желтый, черный, оранжевый, розовый, еще один оранжевый и голубой или синий. Дядя Федор, какой цвет выберем? Синий. А я, Миша, выберу розовый. Мы открываем с вами краску и добавляем немножко краски в наш слайм. Теперь мы эту палочку берем, засовываем сюда в клей и начинаем перемешивать. Мешай, дядь Федор! Давай, не ленись, хорошенько мешай. О, красота какая! А у меня розовый. Ну что, дяденька, можете посмотреть наш слайм? Все отлично. Что дальше? Что дальше? Рассказываю. Видите вот эти вот баночки? Вот такие. Как вы думаете, что это такое? Масло? Ну почти. Это специальные ароматизаторы для наших слаймов. Есть вот такой вот тутти-фрутти. И есть вишневый еще один. Только другой. Какой добавим? Тутти-фрутти. Перемешиваем. Пойди, Вера, дай понюхать. Ого, как жвачка пахнет, обалденно! Раз, два, три, все, отлично. О, я бы так и съел его. Да, Федор, можешь понюхать? Да, Федор, хочешь съесть его? Давай, открывай рот. Правильно, слайм кушать нельзя, только играть с ним. Нельзя кушать с вами, это да. Даже если очень хочется. Очень вкусно пахнет. Да, наши оттушки нам нужно с вами добавить вот это. Что это такое? Сбитые сливки. Да. Чтобы потом съесть слайм все-таки. Да. Ну, давайте, кто мне ответит? Пена. Пена, правильно, умничка. Смотрите, мы добавляем с вами немножечко пены для бритья и перемешиваем. Дядь Федор, мешай! Вау, как это красиво выглядит! Дядь Федор, ты че ленишься, а? Вот они! Миш, смотри, как у меня красиво! Вау! Я думала, пеной он станет воздушным и мягким. Следующий ингредиент, который мы с вами добавляем. Зубная паста! Зубная паста. Это крем. Знаете, для чего он нам нужен? Он стал мягче и воздушнее. Чтобы кругам не прилипал. Да. Давайте добавляем с вами крем. Давай. И перемешиваем. Мешай, дядь Федор. Так, кажется, мы перемешали. Готово. Отлично, молодцы. Следующий ингредиент, который мы добавляем в наш слайм, это волшебная водичка. Слезы цыганки. Как вы думаете, как она называется и для чего она нам нужна? Что это? Трибарат натрия. Манька, Вера, что за слова такие ругательные говоришь? Что это? Вам нужно сейчас взять свои палочки и начать перемешивать слаймы. Тетрабаратом натрия слайм не испортишь. Миш, смотри. Ребят, это похоже на жвачку, либо на какого-то монстра. Смотрите, шевелится еще. Вера, это какая-то инопланетная субстанция. Тут за дело берется мастер. Как думаете, ребят, получится у нас слайм? Дядь Федор, ты как считаешь, получается? А, дядь Федор, трогай. Добавляем с вами блесток. И давайте добавим немного вот таких вот больших золотых. Все, теперь мы закрываем. И наш слайм полностью готов. Ну вот, ребята, наши слаймы готовы. Было очень даже весело, правда? Да. Мне понравилось. Приходите и вы в парк Take a Bomb на этот чудесный мастер-класс. Ну а теперь пора прощаться. Пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!